Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Официально, я не знаю, но, по-моему, Google Pixel в России не продают, но, тем не менее, они есть. Очень много продают других магазинов, интернет-магазинов всяких разных и так далее, и тому подобное, поэтому люди в России их покупают. Есть LTE-версии, но LTE-версии какие-то есть заморочечки там, чтобы запустить это именно в России. Ну или вообще во всем мире. Где-то это работает, где-то не работает. В США это уже точно работает, поэтому там без проблем все заводится. Но в других странах, и есть они такие, где это не работает. Поэтому, дорогие друзья, есть такой хороший сайт 4PDA или FOPDA, где есть информация о Google Pixel, дорогие друзья. У меня нет Google Pixel часов, но я наткнулся на это и, думаю, решил все-таки помочь, как бы вдруг все-таки кому-то это все дело пригодится. Вот смотрите, дорогие друзья. Есть информация, как запустить активацию LTE в любой стране. Ссылочки оставлю в описании видео, и чтобы там вообще пользоваться хорошо или, так скажем, в полном объеме данным сайтом, зарегистрируйтесь там, и там действительно очень много информации полезной будет для вас. Это FOPDA, ссылочка в описании видео. На примере немецкой версии часов. Вот смотрите, получаем от своего оператора дублирующую eSIM. Это если, да, дублировать eSIM для часов. Возможно, предустановлена специальная услуга. Лучше сразу с телефона делать. Переходим и написано. И регистрируем на получение бесплатной eSIM. Вот здесь есть такая вот штучка, где мы регистрируем бесплатную eSIM. Далее. При создании пароля обратить внимание, что все буквы заглавные должны быть. Для России это не актуально, именно эта инструкция, но вот для Европы вполне. После заполнения данных по закону Германии нужно там и все. Здесь все описано подробненько. Берете, пользуйтесь и делайте именно как вам нужно. Далее, как в России это все делается. Смотрите, хотел бы поделиться опытом активации eSIM для России. Аппараты Google Pixel 5, Google Pixel Watch Deutsche, да, по-моему, и eSIM Tele 2 Российской Федерации. На eBay находим eSIM, и здесь написано какая. В моем примере украинская, да, eSIM, продавец посылает QR-код, PIN и данные для входа в личный кабинет в электронном виде на e-mail. На Авито находим посредника, кто сможет приобрести ее за вас, так как для Российской Федерации eBay закрыт для покупок. Ну вот можно, есть там такая услуга. Стоимость eSIM плюс услуга посредника мне обошлись в 1250 рублей. Ну в принципе недолго. Ожидание 4-5 часов. Посреднику приходит QR-код и все данные в личном сообщении на eBay. Активируем QR-код eSIM на телефоне. На всякий случай использовал VPN с европейским сервером. Возможно, что и не нужно. После активации eSIM, вот именно этого, да, в приложении Watch появится пункт сканирования QR-кода. Сканируем QR-код eSIM Tele 2. eSIM заказывал в самом приложении Tele 2. После всего вышеуказанного на часах сработал LTE. Вот такая вот инструкция. Поэтому, если у кого-то есть с этим проблемчики, пожалуйста, обращайтесь на этот сайт, кстати, сам очень много там беру интересного. FOPDA. Как о смартфонах, как о часах и о многом другом. Поэтому проходите и делайте себе eSIM в России, да и вообще во всем мире. Подписывайтесь на телеграмчик, каналчик, тоже там много всего интересного. Пока.